Итак, дорогие друзья, вышла новенькая iOS 14.5 Beta 4. Какие нововведения, какие были исправлены баги, какая автономность, ну и, конечно же, стоит ли обновляться. С вами Владимир, добро пожаловать на канал Apple Expert. Итак, друзья, я протестировал данную iOS спустя часов 6-7. После момента публикации, я думаю, достаточно уже можно сделать выводы, потому что я записал видео, я смонтировал видеоролик. И в сравнении с тем, как я делал до этого, я уже могу давать какую-то оценку. Сразу говорю, то, что бета еще такая себе сырая, вообще все беты я не советую к установке. Ответ, не ставьте данную бету-версию. По автономности она такая же осталась, как и на третьей бете. Точно такая же, ни хуже, ни меньше, все на таком же уровне. Исправили баг, то, что у кого-то фризил YouTube, даже на iOS 14.4.1 было то же самое и на Beta 3 в некоторых случаях. Вот этот баг тоже пофиксен, кому интересно, кого это напрягает. Обычно это фиксится обычным обновлением от самих разработчиков Google, именно YouTube. Они выпускают обновление, и данная ситуация пропадает. Вот и все. А сейчас давайте посмотрим скорость работы, как она работает на открытие и закрытие приложений и как держит многозадачность, выгружается ли приложение или нет. И прошел. Делиться этим видео, поставить лайк, оставить один комментарий, какая у вас iOS, какой у вас iPhone, ваши впечатления вообще использования, какие у вас есть проблемы. Я отвечу на все ваши вопросы. Прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мое новое видео. Всем пока!